Мы продолжаем наш выпуск. 15 июня в Мособлдуме состоится внеочередная конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На днях в Люберцах прошли выборы делегатов, которые будут представлять городской округ на этом масштабном мероприятии. Кому доверили, знает Луиза Ягезарян. На повестке дня у люберецких единороссов всего лишь один, но важный вопрос – выборы делегатов на внеочередную конференцию областного отделения партии. Ранее на политсовете они рассматривали достойных кандидатов. В итоге на голосование было выдвинуто 6 человек. Анна Зайцева, Владимир Беловодский, Дмитрий Крестинин, Юрий Байдуков, Сергей Беляев и Дмитрий Денисько. Единогласным решением представители партии утвердили этот список. От нас по статусу областного политсовета 7 человек. Это и Антонова, и Владимир Петрович Ружицкий, и другие там люди, Кахана Игорь Валерьевич. От своего отделения избираем сегодня 6 еще дополнительно делегатов. 6 дополнительно. Итого у нас будет участвовать в областной конференции 13 делегатов. После процедуры открытого голосования слово предоставили депутата Московской областной думы. Игорь Каханый вручил от имени Лидии Антоновой благодарственное письмо секретарю местного отделения партии Владимиру Ружицкому. За высокие результаты в работе местного отделения партии городского округа Люберцы по итогам рейтинга местных отделений. Напомню, внеочередная конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» состоится 15 июня. Главной темой собрания станет выдвижение кандидата на пост главы столичного региона. Луиза Ягезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.